Всем салют, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Мега Всяковщина. Сегодня у нас будет обзор из серии «Царский подгон». Продолжение обзора моделек, которых я приобрел. Сегодня у нас будет модель в масштабе 1 к 24 от фирмы Motor Max. И это у нас будет Ford Mustang 1970 года, Boss 429. Модель просто обалденная от Motor Max. И от других производителей аналогичная модель встречается еще местами в продаже. Но мне повезло. Этот Motor Max, и он довольно-таки старенький, я бы так сказал. Поэтому надеюсь, что качество здесь просто обалденное. Тачка сама по себе — это классический muscle car. Такой у меня нет, давно хотел приобрести. Но вот волей случая мне и свезло. Итак, машина довольно-таки, кстати, вот очень увесистая. Я бы сказал, прям тяжелая, блин, по сути дела. То есть корпус металла здесь довольно-таки толстый. По покрасочке здесь, в принципе, все очень и очень неплохо. Никаких косяков я не вижу. Но опять же, повторюсь, модели хранились, так сказать, под стеклом, на полочке. И, соответственно, состояние здесь фактически просто, можно сказать, идеально. Итак, тачка сама по себе обалденная. Покрышка у нас здесь резиновая, хоть и немного такая резиновая дубовенькая, но опять же, возможно, просто модель довольно-таки старая. Диски обалденные, просто обалденные. Покрасочка ровненькая, глянцевая. Цвет такой довольно-таки необычный. У меня из такой цветовой гаммы только Buick 70-го есть. Обзор есть на канале, тоже довольно-таки интересная модель. Но тачка сама по себе огонь. По передней части у нас есть здесь, присутствует хромированный бампер, эмблемка Boss 429, номерок есть. Кстати, фара сделана, выполнена отдельным элементом. То есть здесь у нас прозрачные вставочки. Фары здесь вообще, блин, как живые, можно сказать. По решетке здесь, по передней части, все классно. Воздухозаборник здесь огромный, такой массивный. Сделано обалденно. По второй стороне у нас здесь все, в принципе, аналогично. Есть меленькие детали, и они, в принципе, считаются небольшие такие потертости, наверное, от ДРИ, скорее всего. Но это не брак и не брак покраски. Здесь, в принципе, все нормально. Надпись тоже миниатюрная, но читается. Так, по задней части автомобиля вот здесь все просто тоже очень и очень хорошо. Покрупнее показать, надписи читаются. Опять же, много-много хрома по заднему бамперу. И задние габариты здесь выполнены отдельной вставочкой стеклянной. Задний вид просто обалденный. Это, наверное, выхлоп так сделан. Ну, корявенько, но да бог с ним. Немножко тут лопнутый или не прокрашенный бампер, но его практически не видно из-за того, что он с нижней части. Итак, так, по днищу автомобиля. Что у нас здесь? Масштаб 24, 70-го года, Mustang Boss 429, Motor Max, моделька номерная. И, кстати, очень и очень неплохая детализация здесь, днище автомобиля. То есть выполнено прям офигенно. Даже бак присутствует, выхлоп увиден и подвеска, что передняя, что задняя. Сделано обалденно. То есть очень рельефно и смотрится очень круто. Итак, кроме всего этого, у нас здесь двери
открывашечки. Опять же, с дверными картами. Имитация зеркал присутствует. Карты у нас здесь не покрашены, но они есть, и это, в принципе, уже круто. Так, по салону. По салону все довольно-таки простенько, но опять же автомобиль 70-го года. По колесу у нас здесь не поворотные. Руль есть, рычаги есть. Педали там в глубине просматриваются. И классические такие сиденья. Классика для таких автомобилей. Кстати, даже зеркало водительское заднего вида присутствует. Причем сделано отдельным элементом. Не поленились, ё-моё. Во второй стороне тут видно гораздо хуже. Кстати, даже рычажок захромировали. По салону все, в принципе, очень и очень здесь даже неплохо. Так, еще у нас здесь, вот, кстати, дворники так очень отлиты, интересно. То есть они, да, не литьем и просто покрашены, но они очень так сильно уступают. То есть не просто, как обычно, тупо немножко нарисованные, а прям нормально такие рельефные. Плюс еще такую воздухозаборную решеточку тоже не прокрасили. Мне лучше, а приятнее. И покраска, кстати, вот везде офигенная. Везде здесь такой у нас ровный, красивый, глянцевый цвет. Без особых косяков. Капот у нас открывается очень и очень хорошо. Так, по двигателю. По двигателю у нас здесь, в принципе, все неплохо. Вкладыш есть, довольно-таки детализированный. Да, он довольно-таки объемный даже, я бы сказал. То есть, так же, как и снизу, сверху здесь прям очень рельефный вкладыш. Блин, практически как бураговский, ё-моё. То есть, вот черный, конечно, все. Не знаю, насколько он видно будет. То есть, он вглубь вкладыш двигателя очень здорово внутрь утоплен. То есть, сделано обалденно. Очень хорошая детализация. Кстати, воздухозаборник здесь отдельным элементом сделан, как видите, есть дырка такая в капоте. Обалденно. В целом, что хочется сказать, подводя итоги по данному автомобилю. Модель просто обалденная. Если увидите в продаже, то просто рекомендую купить, особенно кто собирает такие классические маслкары. Прям обязательно к приобретению. Тачка просто классная. И не обязательно Motor Max, по-моему, есть и у Маиста похожая модель. По крайней мере, я, по-моему, видел что-то наподобие. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Оставляйте ваши комментарии. До скорых встреч. Увидимся на канале.